Тема урока – опровержение. Тема нашего сегодняшнего урока – опровержение. Будем опровергать известные законы. Начнем с закона анатомии. Согласно ему, палец нельзя оторвать и прирастить на место. Ничего себе. Класс! Ну и теперь большой. Сначала я объясню вам, как двигать большой палец. Это секрет. Ставим руки перед собой, тыльной стороной к зрителю. Смотрите. Приставляем большой палец правой руки к согнутому левому и сгибаем его. Указательным пальцем перекрываем место соединения пальцев. Очень важно, чтобы зритель находился строго перед вами. Получается? Угу. Получается. Василис, открой средний палец чуть больше, чтобы зрителю было видно. Но это простая версия. Давайте перейдем к более сложной теперь. Будем отрывать безымянный палец. Для этого на правой руке безымянный палец закидываем за большой. Затем, смотрите, указательный палец помещаем под безымянный. Угу. Средним пальцем накрываем изгиб. Вот так вот. И большой палец помещаем на средний. Вот так вот. Затем, смотрите, левую руку прижимаем к себе. Безымянный палец на левой руке убираем. Вот так вот. Да, вот так. Представляем наш палец правой руки. Отрываем его. Уже сократил. И чтобы прирастить, смотрите, мы его как будто быстро приставляем, разжимаем этот кулак и разжимаем палец. А все, я закрутил. Закрутил, да? Теперь ты знаешь, как оторвать палец и прикрутить. А мы учились, как прирастить палец. Ничего себе.